Вы смотрите новости онлайн. На Первом канале вышла передача, которую ведет Дмитрий Шепелев. Герои проходят тест на детекторе лжи, и специалисты выясняют, в чем они солгали. Героями очередного выпуска стали Элиана и Александр Габазовы, звезды «Дома-2». Пара рассталась, но тайн у них осталось много. Элиана сообщила в своем блоге, как было на самом деле. Вы увидите совсем скоро на Первом канале. Наконец эта история закончена. Я вздохнула с облегчением. В новую жизнь. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.